Друзья, с вами снова я, Крис, и сегодня мы продолжим играть в супер танчики. Вот. В прошлой серии мы дошли до 5 уровня. Сейчас мы будем начинать с 6, 7, 8, 9, 10. И в следующей серии, если наберется 3 лайка, я выпущу одну серию с 5 уровнями. Если наберется 5 лайков, я выпущу серию с 10 уровнями и с другом, ребят. Да, с другом. Ну, в общем, мы приступим. Так, начнем проходить 6 уровень. Так, вот, начинаем. Так, музыку я вроде включил в начале ролика там. Да. Так, она должна была отключиться. Тут киса у меня. Киса-киса-кисуля. Куда пошел парень? Ой. 6 уровень, я думаю, это изи будет для меня. Ой-ой-ой. Сзади. Растащил как мог. Пытался. Ребят, последняя жизнь-ка, что-то я вообще нублю. Нублю просто, нуб. Что? Он меня убил? Как? Ладно. Ладно, ребят. Забьем на это и еще раз пройдем этот уровень, потому что это было как-то странно. Он меня убил, если это можно назвать странным. Да куда они едут? Зачем я к моей базе? Не надо им ломать мою базу. Обойдетесь. Хватит им, вам и меня сломлен. Сломлело. Как это сказать-то, а? Так, стреляй. Теперь сюда стреляй. Теперь сюда, сразу туда стреляй. А, я уже умер. Блин, это было немножко туповато. Так, кто затащил? Я тащил. Так ты надо, чмырь. Дот. Ой, я лагает, ребят, лагает. Ой. Это что за удобство было сейчас? Ребят, последняя жизнь-ка. Надо взять вот это время. И вон того надо убить. Все, ребят, победа. Я прошел 6 уровень. Приступаем к 7. Вот 7 немножко потруднее. Тут ничего ломать нельзя. Но это и для меня польза. Как бы. Им только ломать можно мою базу. Как и мне. О, ребят, подлагивание. Это что сейчас было только что? Это был заспавненный танчик врага, которого я убил сразу после того, как он заспавнился. Ребят, это было смехотворно. Кстати, у меня почему-то одно хел. Один хел! Да работай ты! Ребят, он за... Ай. Ну ладно, первое поражение мое. Рестартнем. Теперь там будет хелом. Надеюсь. Рестарт. Что за фигня? Ладно, нажмем на 7 уровень сами. Так вот, приступаем. Убил двоих, убили меня. Как? Задается один вопрос. Как? Блин, зачем ты сюда едешь, зеленый? Зеленый, умри. Так-то. Минус один. Надо играть по такой мелкой тактике. Деф. Тактика называется деф. Что? Да не лагай ты! Да не лагай! Да, ребят, это полный лаги! Как? Ай! Ну нафиг, ребят. Вот лаги я ненавижу больше всего в этой игре. Так, 7 уровень. Начинаем. Единственное, что я тут ненавижу в этой игре, это лаги. Хотя с моим-то телефоном это очевидно, что тут будут лаги, ребята. Если бы вы видели мой телефон,
Зубы. Что, лаги это... Ребят, один хел, ребят. Просто мне нечего сказать, кроме один хел. Один гейм овер. Ребят, мне просто сейчас охота включить гейм мод 1 и все. Это... Ну, это не Майнкрафт, ребят. Так что, к сожалению, это Майнкрафт. Не, почему? В Майнкрафте тоже есть гейм овер. Как бы тут есть гейм овер, так что, ну, фак. Чё задумали? Чё задумали, а? Пиндифлюшки. Надо вот так закатиться. Закатиться, я сказал. Закатиться, нет! Ой-ой, закатился. Закатился, значит. Значит, ты хочешь закатиться, сын? Иди сюда. Да, иди. Ребят, это изи проигрыш. Просто это изи проигрыш. Мне так кажется, что я тут сру. Потому что один хел, ребята. И посмотрите, сколько у них еще здоровья. Точнее, сколько их еще. Да, давай, езжай ты, езжай. Ребят, живу! Живу еще! Вон броня. Так, надо играть на деф. На деф, на деф, на деф, на деф, на деф, на деф. Им один выстрел по моей базе, и все, мне капут, хапут, хапут. Играем, ребят, в деф. Ребят, деф сейчас самое главное. Так, готовимся на дефе. Стоим на дефе, ребят. На дефе, на дефе, на дефе. Ребят, я сама скрытность, получается. Смотрите, я стою на дефе. Они просто сами подъезжают ко мне. Бомба. Но она мне не нужна, надеюсь. Айда, 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 айда. Айда, айда, айда. Нет, стреляй, не лагай, ребят. Чёртовые лаги. Нет. Ребята, да что это? Я уже 5 минут пытаюсь найти 7 уровень. Ну нафиг, еще те лаги, ребята. Простите. Я не буду проходить 7 уровень. Бесит уже. Я начну сразу с 8 проходить. Надеюсь, на 8 не будет лагать. Это такой маленький сюрпризик. Для меня сюрприз. Сюрприз, лаги, ничего себе они там. Седьмой уровень, я думаю, изи. Восьмой, точнее. Изи как-то проходится. Да вы едете? Если вы к моей базе, то тогда не пущу, не пущу, не пущу, не пущу, не пущу. Не пущу, не пущу, не пущу, не пущу, не пущу. Не пущу, ребят. Туши, рябятушки, рябатушки. Рябятушки, я сказал. Ребят, один хел. Посмотрите, сколько их еще может возрождаться. У меня пока броня. Я могу, да, ребят, я могу. Граната какая-то. Я могу, ребят. Оуч. Оуч. Могу. Я маге. Последний. Я маге. Я прошел. Восьмой уровень. Приступаем к девятому. Девятый. Это какой-то изичный вроде, если я не ошибаюсь. Будем надеяться, что это изи. Это что сейчас было? Да стой ты, куда пошел? Ты тоже стои. Стой. Стой, не лгай, развернись. Ребята, как я просто сейчас хочу сесть.
компьютер. Играть в Майнкрафт. Какого хрена гейм овер? Ну, я сейчас не могу этого сделать, потому что кое-кто, не буду называть кое-кого, приехал, но забыл ноутбук там, куда ездил. Так что, ребят, вот в чем проблема. Проблема маленькая. Но... Что? Нет, я пройду этот уровень. А я пройду его, наверное, надеюсь, у меня получится. Ребят, знаете, у меня сейчас просто такое желание взять и перезаписать серию. Ну, я не хочу 100 раз перезаписывать серию. Я хочу порадовать вас серией новой. Но не хочу ее 100 раз перезаписывать, ребят. Это знаете, как мучительно? Сидишь и перезаписываешь несколько раз одно и то же. Для меня, ребят, это как-то туповато даже немножко звучит. Сидеть и перезаписывать одно и то же. Это просто немножко глупо. Глупо будет со стороны смотреться. Сидел только что, записывал то же самое. Все то же самое. И потом опять все это повторять, ребят. Так что не очень. Так, застыли. Убиваем сразу и быстро. Вот этого последнего осталось уничтожить. Все, ребят, победа! Победа! И последний уровень. Да, 10-й уровень. Это изи, ребят. Это самый, наверное, изичный уровень в мире. Потому что, если посмотреть на карту, это, да, самый изичный в мире. Просто стоишь вот тут вот и переколбашиваешь их просто всех в мясо и все. Изичный уровень, ребят. Да умри ты, не появляйся больше здесь. Умри и не появляйся. Все, ребят. 10-й уровень пройден. Да я, как я... А, не, тихо. 11-й уровень это уже на следующую серию, ребят. Если наберется, конечно, 3 лайка. Так, ну в общем, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, репостните это видео в соцсетях для помощи развития моего канала. Ну, и в общем, что я могу сказать еще? Всем удачи, всем пока, ребят.